98 проигрывает. Миша сказал, 98 бьем. Тайм-аут он вовремя взял. Но я все равно не сдался. 10-10. Да? Пойду расклад посмотрю. Напомню, что завтра у нас день финальных стадий. Первыми в 9:00 начнут свою финальную часть представители челлендж-дивизиона. Это третий по силе дивизион чемпионата России. Ближе к 12:00 первый и второй финалы в чемпионском дивизионе. И, надеюсь, часам к 3:00, к 15:45 стандарт дивизион определит обладателей призовых мест. Напомню, что в каждом из дивизионов 8 первых мест призуются внушительными хорошими призами. Здесь в зале есть уже распечатанный список этих призов. И первое место во втором финале также получает приз. Считали вроде, но не знаю, посмотрим сейчас.
Боровский повторно приглашается к восьмому столу. Иванов.